Необходима помощь очевидцев. Сотрудники госавтоинспекции просят откликнуться магнитогорцев, ставших свидетелями дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, произошедшего в районе поселка Озерного. ДТП произошло в ночь с 5 на 6 августа 2019 года. Ориентировочное время аварии с 10 часов вечера до половины первого ночи. В районе поселка Озерный на территории Агаповского района был совершен наезд на мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия. По подозрению в совершении наезда разыскивается автомобиль Toyota Camry темного цвета, предположительно 2018-2019 года выпуска. Установить марку и цвет автомобиля сотрудникам ГИБДД удалось благодаря найденным на месте происшествия деталям машины. Это левое боковое зеркало, элементы левый блок фары, осколки бампера. В случае обнаружения автомобиля с характерными повреждениями необходимо незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД. А всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении указанного автомобиля, а также лице, причастным к совершению данного дорожно-транспортного происшествия, просьба сообщить информацию, возможно, конфиденциально, по телефонам дежурной части ГИБДД 209013 209014. Личность погибшего на данный момент уже установлена. Им оказался мужчина 1963 года рождения, уроженец Магнитогорска. При нем были ключи от автомобиля «Лада Приора». Что он делал в ночное время на трассе, предстоит выяснить следствию. Евгения Салхудинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.